Так, это диверсант. И он очень не любит, когда на него пшикают водичкой. Но обычно я не на него пшикаю, а пшикаю ему просто в домик. Таким образом. Но вот если на него пшикнуть, да, диверсант? Да. Да, малыш, я поняла. На тебя нельзя пшикать. Хотя я на других спокойно пшикаю. Они, конечно, немножечко недовольны с того, что я на них пшикаю. Но диверсант прям очень эмоционален. И после этого его даже на ручки нельзя взять. Ох ты, малыш, обиделся, да. О, вот где у нас нычка была. Понятно, там туалет сделал. Диверсант, успокойся. Все нормально. Давай я тебя на ручки возьму. Обычно он спокойнее. Ну, просто я на него пшикнула, и он очень сильно обиделся. Да, мой хороший. Да, мой маленький. Иди сюда. Малыш, ну что такое? Ну, не плачь, не плачь. Все хорошо. Ну, подумаешь, я на тебя один раз пшикнула. Ну, не критично же. Ну, малыш. Даже вон кошка интересуется. Да? Все, иди в домик. Отдыхай.